Смотрите, какие цветочки. Какие холесенькие. Смотрите, маленькие такие. Я даже не знаю, как они называются. Смотрите. Прямо их так много здесь. Прям пятачок такой. Ой, какие интересные. Батюшки мои, какие хорошенькие. Смотрите, ой. Такой цвет приятный прям. А я иду, знаете куда? Я иду, пришли в парк. У нас сегодня очередная вылазка. Это вот такие вот лежат уже эти семена. Семена отвалились. У нас сегодня очередная вылазка в парк. Я пришла, увидела одуванчики. И мне нужно сейчас собрать листья одуванчиков. Я хочу покушать свежего салата. Вот такие вот листья. Я сейчас пособираю. Не где-то беру в городской зоне, да? А беру в парке, где машин нет, машины не ездят. Вот такие вот листочки. Хочу салат. Вот такой салат из листьев одуванчика. Я сегодня его сделаю. Сейчас я насобираю. Витамины. Витамины, здоровье. Все, что нам нужно. Вон какие, видите? Сейчас мы... И сейчас пройдем с парка, я сделаю салатик себе. Вот такие вот. Много не надо мне. Совсем чуток. Сейчас пособираю. Хорошенькие такие, чистенькие. Большие листики одуванчиков. Для салата. Так, еще одуванчики. Вот листики. Вот это я понимаю. Для своего здоровья. Для своего здоровья. Надо все успевать за лето. Любую травку покушать, поделать. Соки попить. Сок попить. Из шиповника. Ой, из шиповника говорю. Как его? Попить. Надо все успеть. Сок лопуха попить за лето. Одуванчиков поесть. Это же, знаете, это же богатые, это же кладезь витаминов такая, что просто не найдете нигде витаминов таких. Так, ну вот, я собрала вот такой вот пакет. Пока хватит. Сегодня сделаю салатик, сейчас в обед. И покушаю. И вам покажу. Смотрите. Листья одуванчиков. Собирают вот такие вот цветы, шапочки собирают. И варенье варят, и чай заваривают. И в салаты тоже. Красивые солнечные цветочки такие. Но я пока только собрала листочки от них. Солнышко садится, они закрываются уже. Даже пчелка тут сидит. Пчелочка собирает нектар. А, пчелка собирает нектар. Это мы в парке. А вот это растение называется чистотел. Освещение, видите, какое солнце. Вот, чистотел. Вот это растение. Очень хорошо. У кого бородавочки там разные, шипички. Вот, чистотел. Помазать. У него такое есть молочко. Сейчас посмотрим. Вот. Желтое молочко,
выделяется. Вот так вот. Вот у него молочко вот такое вот. Мазать бородавку или шипичку. И все. Вот мне, кстати, надо вот на пальце. Видите, тоже какая-то хрень такая. Сейчас я попробую. И чистотел растения, оно ядовитое, и надо с ним быть осторожнее. Я вот себе, видите, помазала. У меня какая-то коросточка, может быть, как, не знаю, шипичка, что, как шипичка какая-то. Я вот себе помазала. Ну, это крапива. Можно заваривать, попить крапиву, можно щи сварить с крапивой, можно пирогов с крапивой на печь. Но я лучше предпочитаю позаваривать и попить заварную крапиву, отвар из крапивы. Очень полезно для крови. Тоже надо успеть сделать. Вот видите? Катит на самокате. Довольная. Мальчику на какой машине? Катит на самокате. В парке гуляем. Что нам, пенсионеров, еще делать? Выходим, гуляем вдвоем. Дай бог, чтоб подольше это все продолжалось. Жизнь такая короткая. Снимаю эти водоемы. Оглянулся, посмотрел, снимаю я его или нет. Все везде в мостиках сделано. Кругом мосточки деревянные. А, утки. Утки есть. Это они, знаешь, на солнышке греются. На солнышке греются, сидят. Утки. Что вам показать? Увидите, нет ли их. Вон они сидят. Вон они сидят, греются на солнышке. Три уточки. Ну, я их в прошлый раз тоже видела. Вон, чешется, ходит. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Вон она. О, поднялись, поднялись. Вон они все проснулись. Хорошо им там на солнышке-то. Ну ладно, идем дальше. Тут где-то еще, знаете, где-то здесь, пацаны видели, тут живет морская черепаха водяная. Иногда можно ее увидеть. Ух, красота какая. Мы сейчас пойдем на травке полежим. Все зеленые, все красивые. Можно вот здесь скинуть покрывало и здесь полежать под деревом. И поваляться. Вот прям здесь. Ну и дома полежу. Не хочешь? Хотели полежать на травке, уже передумали, тоже красиво. Какое спокойствие, ходи и отдыхай. Thank you.
Боже, какая красота! Божечки! Как все красиво! Как же красиво, как здорово все! И вообще, девчонки, жить здорово. И вообще, жить здорово. Живите, не гневите Бога, не делайте зла другим людям. И все. И у нас, и у вас будет все чики-пуки. Красотень. Здесь же мелко, да, мам? Красиво как. Ой, как хорошо, как же хорошо. Так хорошо, что даже не хочется уходить, идти обратно домой. Надо с утра приходить сюда. Утром встал, каши покушал овсяной и пошел сюда. И отдыхай. Красотень. Мы наверх пойдем? Пойдем посмотрим, что там происходит. Тут жарят шашлыки. Мы сейчас пойдем посмотрим, потому что в следующий раз, может, мы сюда придем. Шашлыков не будем брать, а возьмем каких-нибудь колбасок и пожарим, потому что для нас уже не шашлыки есть, а более такое щадящее. Сосиски, колбасы. О! Специально выделено место для шашлыков. Ой, запах какой. Запах. Ну, вот такое вот место у нас в парке для отдыха, для шашлыков. Столики. Вот столики, скамеечки, лавочки. Люди сидят. Отдыхают, жарят шашлычки. Ну, со своим мангалом надо приходить. В следующий раз мы сюда тоже придем. Молодежь гуляет. Хорошо, хорошо. Идем тоже сюда.